овощи, картошка, яблоки, там, лук. Друзья, приветствую всех на канале Ароматы Казана. Приготовление мяса требует определенных условий. И это не только правильная обжарка, но и правильно подобранные специи. И у нас сегодня будут правильно подобранные специи к свиному карбонаду. Друзья, первая приправа – это соль. Это универсальная приправа, без которой не обходится ни одно блюдо. Вторая приправа – это черный перец, но ценится он горошком и крупным помолом. И его нужно молоть перед самым приготовлением пищи. Третья приправа – это кориандр. И знаем мы ее, как семена кинзы. Но его нужно в два раза меньше, чем черного перца. И молоть его нужно перед самым применением в приготовлении пищи. Еще одна специя – это тимьян. Острый пряный аромат этой травы придадут азиатские нотки. Но ее нужно совсем немножко, на кончике чайной ложки, чтобы он не перебивал аромат других специй. Еще одна специя – это паприка. Знаем мы ее как красный сухой молотый перец. Но она легко улетучивается, малопряная. И ценится она лишь только в том, что дает цвет нашему мясу, напоминающий болгарский перец. В растительном масле мы растворим наши специи и будем обмазывать мясо, так как масло – лучший проводник специй. На килограмм мяса идет в среднем 50 грамм масла. Есть особенно подходящие специи к тому или иному мясу. Ведь их цель – дарить аппетит и вызывать радость вкуса. И мы часто слышим, что та или иная специя придадут нашему мясу мягкость и сочность. Не верьте, специи придадут только аромат и вкус нашему мясу.
Хорошее мясо – это мягкое, прожаренное, со вкусом специй и ароматом дыма. И приправы в этом деле играют большую роль, что позволяет сделать вроде бы одно и то же мясо, но по-разному. Друзья, замариновали мясо, положили его поддоны, залили вином. В среднем у меня ушло 0,5 литра вот на 2 поддона. Один больше, другой меньше. Через час мы встретимся, достанем, посмотрим, что у нас получилось. Обложим. У меня еще есть овощи, картошка, яблоки, там, лук, перец. И еще оставим до готовности картошки. Друзья, время прошло быстро. Сейчас мы нарежем овощи, поместим их в поддон и будем доводить наше блюдо до готовности. Друзья, я замечаю, что на канале «Ароматы Казана» просмотров больше от людей, которые не подписаны на канал. Я прошу вас подписаться, поставить колокольчик, и это поможет продвигать канал.
Друзья, овощи наши поместили в поддоны с мясом. Я думаю, 30 минут и все будет готово. Друзья, на канале довольно много видео о шашлыке. И самый практичный, это быстрый маринад для шашлыка, вы можете посмотреть по подсказке. Друзья, мясо получилось очень сочное, очень вкусно и контрастно со специями. То, что нужно. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Ароматы Казана». Всем приятного аппетита и до новых встреч! И не забывайте ставить колокольчик. Все, пока! Необходимо для того, чтобы всех на канале «Ароматы Казана». Сегодня мы... Но вообще какой-то бред, я не могу запулять, я ее читал. На килограмм идет в среднем 50 грамм. На килограмм. Дверь, чтобы она вот, знаешь, не... Ценится она. Она... Хорошее мясо, это...